Дай почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Литерева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Ольга Токарчук, польская писательница, эссеистка и поэтесса, лауреат Нобелевской премии 2018 года за роман «Бегуны» и с формулировкой «за воображение с энциклопедической страстью, показывающее нарушение границ как способ жить». Книга Ольги Токарчук «Последние истории» сконструирована очень четко и продуманно. По сути, это роман из трех повестей. «Чистый край. История Иды, матери Парка. Непростая жизнь Параскевы, матери Иды». И третья часть «Фокусник. Рассказ о Мае, дочери Иды и внучке Параскевы». Хоть эти женщины и родственницы, но знают друг о друге очень мало. Объединило их в романе «Столкновение со смертью». Иде всегда казалось, будто в смерти есть нечто величественное, и все с ней связанное должно быть возвышенным, а она оказывается такая же серая, как жизнь. Ида Март, 54 лет, попадает в аварию. Действие происходит в Польше в феврале 2003 года. Она ехала зимней дорогой к полузабытому родительскому дому, а нашла приют в далеком хуторе, где живет странная супружеская пара. А внук ветеринар привозит к бабушке и дедушке неизлечимо больных животных умирать. Ида приходит в себя, вспоминая свою жизнь, не понимая, что не хочет выходить из этого состояния небытия. Она находит засыпанную снегом машину, втискивается на переднее сиденье, включает фары, которые выстреливают в небо, но ничего там не обнаруживает. Опускает голову на руль и закрывает глаза. Следующая повесть Парка тоже зима, февраль, но 1993 года. Мать Иды Параскева, 76 лет, сидит на веранде с умершим неделю назад Петром, ему 91 год. Они живут в такой глуши, что бедная женщина о своей беде может сообщить, рисуя на холме ногами буквы. А снег все идет и идет. Тяжелая судьба Парки, Параскевы, Пятницы, странное смешение древнеримской мифологии славянского языческого божества. Фокусник тоже февраль, год деревянной лошади, Сингапур. Мая Дучиды и внучка Параскевы тяготится жизнью, хотя все не устроено, но она недовольна всем. В последних историях написано зрелым автором, красиво и самобытно, доминирует эстетика, атмосфера увядания и смерти. Умершие или умирающие животные, люди, растения, даже яблоки. Очень тягостные, просто невыносимые впечатления. Это и есть женская судьба, это и есть мироощущение женщин. Жутковато. Кстати, Токарчук по образованию психолог и долгое время работала психотерапевтом, что объясняет особенность ее прозы. И еще она пятый писатель из Польши, который удостоен Нобелевской премии 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».